Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки высокие, ботиночки, следочки, даже не знаю, как их назвать. На размер 38-39 они у меня вышли, сразу скажу. Значит, меня так давно не было, поэтому растерялась, что зачем говорить. Вязать я их буду из пряжи. Вот у меня был целый моток, 100 грамм, акрил это, немножко белых. Это турецкий акрил, полосу. Можно взять любую пряжу. У меня в 100 граммах 250 метров. Мне понадобятся спицы номер 2,5. И вот круговые у меня. Буду вязать на спицах номер 2,5. Если взять спицы номер 3, то размер у вас получится на полразмера, на размер больше. Я вот, смотрите, вот эти вот зеленые вязала номером 3. И здесь немножко больше сделала прибавок, расширила. И они у меня получились на 40-41 размер. Значит, сейчас я сразу его замерю вам в сантиметрах. В процессе вязания я все детали буду измерять в сантиметрах, чтобы было более понятно. Так, где мой сантиметр? Смотрите, вот такая вот носок, следок, что это получилось. Как я буду вязать? Сначала вот провяжу вот этот вот верх, сразу скажу. Вот провязала верх. Потом начну расширять, сделаю вот такой вот подъем, расширю, перейду на мысок, провяжу нужную высоту мне мыска, потом обвяжу боковую сторону и перейду на подошву. Я закончила здесь, сделала вот небольшую пятку. Если ширины достаточно, можно сразу сойти на нет по пятке и просто вот это вот голенище это сшить. Вот. Ну, в процессе вязания, где сколько прибавить и убавить на разные размеры, я буду говорить. Значит, что у нас по подошве? Я вот его примеряла на 38, на 39 на девочку. Правда, у нее нога очень худая, он на ней болтается. Но у нее размер 38-39. Так, по подошве. По подошве у меня почти 23 сантиметра, 22,5. Ну, вот он растянулись до 25 по подошве. Теперь сразу вот в готовом виде. Ширина по верху сколько? 11,5, почти 12 у меня получилась ширина. Ступня, что у нас здесь по ширине? 9,5 сантиметров. Ну и детали в процессе вязания буду замерять точно так же все. Значит, теперь переходим сейчас к вязанию. Я вам советую увеличить скорость видео. Бегло просмотреть сам принцип вязания, что зачем следует, чтобы было более понятно сразу, где мы расширяем, где мы прибавляем. Ну, а потом детали можно уже более подробно смотреть. Значит, сейчас на спице сразу номер 2,5. Я наберу 57 петель желтым цветом. Это у меня основной цвет. Вверх начинаю вязать сверху. Наберу 57 петель. И буду вязать вместе с вами. Если размер больше 40-41, наберите 59 петель. Если размер маленький, 36, набрать на пару петель меньше. Значит, узор у меня, сразу скажу, будет кратным. Это, по-моему, это называется американская резинка. Узор кратный 3 петлям. Если получились лишние петли, которые не входят в узор, значит, можно вот или в начале ряда просто изнаночной одной провязать, или вот между вот этим вот центральным узором поставить здесь одну или две петельки. Сколько у вас петель получилось, если они не войдут в узор? Вот смотрите, вот здесь я сразу как делала вверху, перед узором поставила, у меня здесь 59 петель. На широкую ногу это я вязала, 40 размер. Вот между лицевыми, 2 лицевых, и между узором я здесь сделала одну петельку. Ну и здесь, соответственно. Ну, в процессе вязания вам будет потом более понятно, о чем я говорю. Значит, сейчас набираю 57 петель и начинаем вязать. Значит, я набрала 57 петель. Сейчас сразу перехожу. Будем вязать вот эту вот верхнюю часть, голенище. Так, что я сейчас буду делать? Смотрите, одна кромочная у меня будет. 21 петля у меня будет резинки. Далее 2 петли лицевых, по изнаночной стороне они у меня будут идти изнаночными. Средняя часть, 9 петель узора у меня. И опять идет 2 лицевых, 21 петля резинки и заканчиваю кромочной. Так, вяжем. Первую снимаю,
можно провязать, снимаю. Значит, резинка, она состоит у нас из двух рядов, лицевой и изнаночный. Проще не бывает. Первый ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. Так провяжу я 21 петлю. 2 петли провязала лицевыми, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. Провязываем. Так, провязала я 21 петлю. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Закончила изнаночной петлей. Далее 2 лицевых петли провязываем. Эти 2 лицевых петли по изнанке мы будем провязывать изнаночными петлями. 2 лицевых провязали. Теперь у нас идет сейчас средняя часть, 9 петель узора. Узор я буду вязать вот по такой схеме. Можете остановить видео, заскриншотить. Также я схему располагаю в сообществе на канале. У кого не открывается схема и такие случаи есть, тогда в моих соцсетях я размещаю фотографии. И под фото сразу в комментариях, в первом комментарии я размещаю схему. Можно взять там ссылки на мои соцсети, можно посмотреть в шапке профиля на канале. Значит, сразу же сейчас начинаю вот вязать по схеме. Так, 9 петель. Значит, белый цвет сразу подвязываю. Средняя часть провязываем. Я буду вязать этот узор платочной вязкой. Узор будет повторяться, изменяться, извините, только по лицевой стороне. По изнаночной стороне буду вязать по узору. По лицевой стороне, вот по схеме, буду изменять. По изнанке, как есть, так и провязываем. Значит, 9 петель вяжем. 2 белым. 4 петли основным цветом, у меня это желтый, провязываю 4 петли. Лицевыми я все вяжу. 1, 2. Ниточку перебросила. 3, 4. 4 желтым провязала. 3 белым. 1, 2, 3. Провязали среднюю часть. Далее у нас идет повтор. Вот. 21 петля резинки и 2 лицевых. Провязываю 2 лицевых. Далее опять у нас идет узор. Резинка. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. 1, 2. 1 изнаночная, 3. 2 лицевых. 1 изнаночная. Так, вяжу до конца ряда. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. Довязываю до конца. 2 лицевых и 1 изнаночная и кромочная. Изнаночной провязываю кромочную. Так, 2 лицевых это у нас было. Пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 и 1 кромочная. Все. Теперь переходим на изнаночную сторону. Так, изнаночная сторона. Первую кромочную снимаю. Так, что у нас здесь идет? 1 лицевая. Провязываю 1 лицевую, делаю накид. Далее 2 изнаночных петли провязываю. 2 лицевые, лицевыми провязываю. И накид перебрасываю, протягиваю через него провязанные 2 лицевых петли. Перебросила. 1 лицевую провязала лицевой. Набросила 1. 2 изнаночных провязала лицевыми. И накид протянула через накид 2 провязанных петли. Лицевую провязала. Накид сделала.
2 изнаночных петли провязала лицевыми и протянула через накид, набросила. Так, провязываем все петли резинки. Лицевую провязала, накид. Сильно не затягивайте накид, свободно, чтобы его можно было легко набросить потом. Изнаночные, 2 изнаночные провязываю лицевыми. Провязала. Набросила. Накид. Провязала. Набросила. Опять. Накид. 2 лицевых. Набросили. Так, что у нас здесь? Провязали одну петлю лицевой. Опять накид. 2 лицевых. Набросили. Все. Теперь у нас 2 изнаночных петли. Провязываем их изнаночными. Так, далее идет узор. Здесь без изменений. Все вяжем по узору. Лицевыми петлями. 3 белых у нас идет. 3 белых провязали. Так, далее 4 желтых провязываем. Так, и что? Опять 2 белых провязываем. Далее повтор. Точно так же, как мы вязали эту сторону, вяжем вторую сторону. Так, что у нас здесь? Лицевые по лицевой стороне, по изнаночной стороне провязываю изнаночными. 2 изнаночных провязали. Далее у нас идет 1 лицевая. Провязала лицевой. Опять делаю накид. 2 петли изнаночных провязываю их лицевыми. И набрасываю накид сверху. Все точно так же, как мы вязали первую половину. Так, довязываем ряд до конца. Так, довязываю ряд до конца. Последнюю кромочную провязала изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Второй ряд вяжем точно так же, как вязали первый ряд. Только узор уже, вот продолжаем вязать узор по схеме. Что у нас здесь? Второй ряд. Сейчас надо будет сразу мне отмечать. Вот первую провязала. Сейчас у меня будет второй ряд. Так, перешли. Первую опять снимаем. Опять 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. Две лицевых, 1 изнаночная. Первый, второй ряд у нас будет повторяться. Так, изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. Так, что у нас теперь? 2 лицевых. Провязываем 2 лицевых. Далее у нас идет середина, узор. Узор вяжем по схеме. Опять я вам эту схему. Значит, что у нас здесь идет? 1 белым цветом, 4 петли, второй ряд, 4 петли основным цветом и 4 петли белым цветом. Так, вяжем 1 белым цветом, 4 петли у меня желтый основной, 1, 2, нить перебрасываю здесь, 3, 4 и 4 белым. Раз, 2, 3, 4 белым провязали. Далее у нас идет 2
лицевыми, провязываем. Повтор. Это какая у нас получается правая сторона, если от себя считать. Левую вяжем точно так же, как и правую. 2 лицевых. И далее узор у нас опять. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Так, заканчиваю ряд. 2 лицевых, 1 изнаночная. Кромочную, изнаночной. Переходим на изнаночную сторону по изнанке. Второй ряд вяжем точно так, как мы вязали предыдущий второй ряд. Узор провязываем без изменений. Так, первую снимаю, еще раз пройдусь, потом уже будем вязать самостоятельно до прибавок. Так, что у нас здесь? Первая лицевая провязала, накид сделала. 2 лицевых, накид набрасываю на провязанные 2 лицевых петли. Опять 1 лицевая, 2 изнаночных петли провязываю лицевыми и набрасываю накид на провязанные петли. Провязываем все петли резинки. Еще не очень понятно, но это только начало. Так, лицевую провязали, лицевой накид. 2 изнаночных провязываем лицевыми. Накид набросили сверху. Так, вяжем так до конца. Лицевая, накид, 2 лицевых, перебросили. Так, что у нас здесь? 2 изнаночных перед узором, 2 изнаночных провязываем изнаночными. Далее идут петли узора, вяжем по узору и оставшиеся петли точно так же резинки, как мы вязали эту сторону. Так, узор провязываем. 4 белых по узору, 1 желтый цвет, здесь немножко так подтягиваем, чтобы не было затянуто узор, 1, 2, 3, 4 желтым получилось у нас, да, опять белый цвет, 1 белая последняя, о, куда-то я залезла, 1 белая провязали. Далее, что у нас идет? 2 изнаночных. Провязываем 2 петли изнаночных. И опять у нас резинка идет. 1 лицевая провязали, накинули. 2 лицевых. И протянули. Накид набросили сверху. 1 лицевая, накид. Так, вяжем до конца ряда. Так, закончила ряд изнаночный. Переходим на лицевую сторону. Так, это у нас получается третий ряд. 1, 2, 3. Третий ряд. Значит, все то же самое. Только единственное, по лицевой стороне меняется узор. Резинку все точно так же провязываем. Значит, сейчас я так провяжу, пока у меня не будет. Смотрите. Сколько я провяжу? 1, 2, 3. По зубчикам посчитаю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 зубчиков вот провяжу. И далее начну делать вот с двух сторон. 2 лицевых петли у меня есть. Начну сделать прибавки. Расширю вот здесь вот этот вот подъем. Значит, здесь у меня где-то в общей сложности будет
5 сантиметров довяжу, точно замерю. Если хотите, чтобы был этот ботиночек повыше, можно немножечко несколько рядов провязать выше, на несколько зубчиков. У меня будет 10 зубчиков, сейчас я отвяжу середину по узору. Резинка точно так же повторяется, я вам сейчас показала 4 ряда, да? И к вам вернусь и будем расширять. Значит, что у нас здесь сейчас? Третий ряд остановилась. Все точно так же повторяется. Так, вяжем резинку. Так, первую снимаю. Опять у нас идет 2 лицевых, 1 изнаночная. Провязали петли резинки, далее 2 лицевых, далее 9 петель узора, и опять продолжается резинка. Провяжем где-то вот 4-5 сантиметров. Ну, если выше, то провяжите выше, но не сильно высокие, потому что потом я вот перехожу сразу, подъем такой вот у меня получается. Свяжите один образец, а потом уже вторые можно регулировать, где выше, а где ниже провязать. Значит, сейчас провяжу 10 зубчиков, к вам вернусь и будем вязать дальше. Тут вяжется все одинаково, поэтому повторно провязанные ряды показывать не буду уже, чтобы не занимать ни свое, ни ваше время. Так, еще раз схему. Так, я провязала высоту по зубчикам, как я уже говорила, посчитала 10 зубчиков, 10 полных рядов, то есть в сантиметрах это будет у меня, ну вот, смотрите, почти 6, я говорила 5. Ширину сейчас вот постараюсь замерить. Это здесь не очень-то удобно. Так, что у нас здесь? Ширину по верхней части 19. Это же растягивается все. Значит, теперь, где я остановилась, это у меня будет сейчас 11 ряд по схеме. Если смотрите по схеме, вот 10 я провязала, 10 зубчик, 11 сейчас вот у меня будет 11. Средняя часть. Так, продолжаем вязать. Теперь я буду делать прибавки. Значит, одну прибавку буду делать перед двумя лицевыми, и после двух лицевых буду делать по одной прибавке. Сейчас провязываю 21 петлю резинки, точно так же, как вязала до этого. Так, 2 лицевых, это лицевая сторона, 2 лицевых, 1 изнаночная, провязываю 21 петлю. 2 лицевых, 1 изнаночная. Ой, господи. Так, 1 изнаночная провязала. Теперь 2 лицевых у нас далее идет. Одну петельку прибавляю. Подтянула. 2 лицевых провязываю. И опять одну прибавила. Далее провязываем узор. Так, что у нас там идет по узору? 1 белым лицевыми петлями провязываем узор. Далее 4 петли основным цветом. 1, 2. 3, 4 и 4 белым. 1, 2, 3, 4. Узор провязали, подтянули. Так, теперь 1 прибавка, 2 лицевых. Опять одну петельку прибавили. Далее продолжаем вязать резинку. 21 петля. Продолжаем вязать резинку. Прибавленные петли я буду провязывать лицевыми. И по лицевой стороне, и по изнаночной. Так, далее продолжается у нас узор. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. Вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца. Переходим на изнаночную сторону. Так, вот что у меня здесь по изнанке. Так, точно так же провязываем все петли резинки. 21 петля у меня пока еще что.
кромочную сняла. Первая здесь лицевая провязали, накид сделала. 2 петли изнаночных провязываю лицевыми. Накид перебросили, протянули через накид. Все, продолжаем. Лицевая, накид. Протянули. Так, петли резинки провязала. Теперь у меня дальше идет добавочная петля. О, здесь сильно растянула. Смотрите, дырку оставила. Надо было поплотнее затянуть. Я ее провязываю лицевой. Далее у нас что идет? 2 изнаночных. Далее петли узора идут. Узор мы провязываем без изменений по изнаночной стороне. Ой, думаю, что это за петля. После 2 лицевых у нас шла 1 добавочная. Провязали ее лицевой. Далее провязываем весь узор. 1, 2, 3, 4 белых петли у меня провязала лицевыми. Все 9 петель провязываем по узору. 3 желтым провязала. Так, теперь что здесь? 1... Ой, 4 желтым, 4 желтым, 4, 4, 8. И последняя, 9 петелька, 1 белая. Провязываем. Так, все, середину провязали. Далее у нас идет 1 прибавка после узора. Провязываю ее лицевой петлей. Далее 2 петли изнаночных. Провязываем. Это у нас вот полоса из 2 лицевых петель идет. Провязали изнаночными. Далее опять у нас 1 прибавка. Провязываем ее лицевой петлей. Все. Дальше у нас осталось 21 петля. У меня осталось резинки. Провязываем лицевую. Провязали. Накид сделали. 2 лицевых. И протянули через накид. Так, довязываем резинку до конца ряда. Перешли на лицевую сторону. Так, следующий ряд. Это что у нас по схеме? Так, по схеме это у нас идет 12 ряд. 12 ряд. Вот он. 1 белым, 3 желтым основным, 1 белым, 1 желтым основным и 3 белым. Так, поехали. Все точно так же. Вяжем, только будем делать прибавки. Я расширю. Вот эта вот сторона у меня будет 25 петель. Потом я здесь остановлюсь, прибавки сделать больше не буду, и буду расширять только по мыску. Если размер маленький, 36, то здесь можно сделать меньше прибавок расширения, вот эту вот часть. На пару петель можно меньше добавить. Значит, сейчас что делаем? Вяжем дальше. Опять все точно так же. 2 лицевых, 1 изнаночная, провязываем резинку. Прибавленную ранее петлю провязываем опять лицевой и после нее добавим новую петельку. Так, сейчас провяжу немного. Так, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Так, провязала я петли резинки. Теперь вот она у меня. Добавка с предыдущего ряда. Я ее опять провязываю лицевой. Делаю новую прибавку. Прибавляю еще одну. Провязываю 2 петли лицевыми. Опять прибавляю одну. 1 лицевая. Далее вяжем средние 9 петель узора. Вяжем по схеме. Так, что у нас там по схеме? 12 ряд идет, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ряд. Первая петелька 1 белым цветом провязываем. Далее 3 петли основным цветом провязываем. Одна белым.
одна основным. И опять 3 петли белым. Так, 3 петли белым провязали. Так, далее провязываем лицевой, прибавленную ранее петлю провязываем лицевой. По изнанке тоже ее вяжем лицевой, как я уже говорила. Одну опять прибавляю, расширяю. Далее у нас идет 2 петли лицевыми. Мы их провязываем лицевыми. Опять одну прибавили. Прибавленную ранее петлю провязываю лицевой. Далее остались петли резинки. Провязываю 2 лицевых, 1 изнаночная. Когда у меня здесь образуются сейчас 3 петли прибавленных, я их тоже введу в узор, в резинку. Но если у вас было меньше петель, если размер маленький, и вы уже остановились, не стали эту часть расширять больше, то, значит, у вас останется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вот этих вот дорожек. Если размер больше, вот где этот лапоть, сколько здесь у меня было? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь точно так же я сделала, просто у меня были спицы номер 3. Тоже у меня 8 получилось дорожек. Вот 8-я дорожка маленькая в конце. Но это большой размер. Так, значит, что мы дальше делаем? Далее вяжем резинку. До конца ряда вяжем 2 лицевых, 1 изнаночная. Довязываем этот ряд до конца. Так, переходим на изнаночную сторону по изнанке. Опять резинку провязываем узором. Прибавленные петли вяжем лицевыми. Далее среднюю часть точно так же, как мы вязали, вяжем без изменений. Так, сейчас что мы делаем? Провязываем 21 петлю резинки, лицевая, накид, 2 лицевых, перебросили через накид, протянули под накидом, провязываю так опять 21 петельку. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всему 3, 21 провязала. Далее прибавленные петли я провязываю лицевыми. 1, 2 провязала лицевыми. Далее у нас идет полоса из 2 лицевые по лицевой стороне, изнаночные по изнаночной стороне. 2 петли изнаночными провязали. Далее опять прибавленные петли. Провязываем их лицевыми. Теперь 9 петель узора. 3, 6, 7, 8, 9. Провязываем по узору без изменений. И вторую часть заканчиваем. Точно так же провязываем прибавленные петли, провязываем лицевыми. И далее резинку провязываем тоже по узору. Заканчиваем ряд до конца. Так, перешли на лицевую сторону. Далее у нас идет, что у нас по схеме идет 13 ряд. Получается 12 зубчиков я отвязала. 13 ряд, середина. Так, 1 белым будет, 2 основным цветом, 3 белым, 1 основным цветом и 2 белым. Значит, продолжаем. Вяжем все так же. И еще сделаю по одной прибавке. Как я уже говорила, у меня здесь будет 25 петель. Я остановлюсь и буду прибавлять только по средней части, по мыску. Значит, опять провязываем все петли эти резинки. 21 петлю опять я провязываю. Провязываю прибавленные петли, делаю новые прибавки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это будет 18, 19, 20, 21 провязала. Далее прибавленные петли провязываю лицевой, делаю опять прибавку, 2 петли полоса у нас лицевыми, после 2 петель лицевых опять делаю прибавку. Далее основным цветом опять 2 петли провязали лицевыми. Далее идет 9 петель узора, вяжем его по схеме. Так, что у нас здесь по схеме? 1 белым, 2 основным цветом, 3 белым, 1, 2, 3, 1 основным цветом, 2 белым.
провязываем 2 петли, вот они прибавочные, провязываю их платочной вязкой лицевыми петлями. Провязала перед двумя лицевыми, сделала еще одну добавку. Далее 2 лицевые провязала, еще одну петлю добавила. Так, 2 провязала, опять добавленные петли лицевыми. Далее у меня идет резинка, вяжем ее 2 лицевых, 1 изнаночная. Так вяжем до конца ряда по изнаночной стороне, как я уже говорила, провязываем по узору, добавленные петли провязываем лицевыми. Смотрите, я хотела показать еще, как я добавляю в узор вот эти вот прибавленные петли. Вот после 2 лицевых петель у меня сейчас 3 прибавки. По изнаночной стороне 2 лицевые, вот 3 прибавленных. Значит, я провязала 21 петлю резинки. И теперь вот у меня будет 8 дорожка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас образуется 8 небольшая. Для моего размера, значит. Так, провязываю 1 лицевую, 1 набрасываю, прибавленные вот эти вот 2 петельки провязываю. Вот она, только я ее прибавила. Провязала 2 лицевыми и точно так же перебросила все, добавила еще одну. Так что у нас здесь теперь осталось 2 лицевых по изнанке, мы их провязываем изнаночными. Далее все вяжем. Прибавленные петли опять провязываю лицевыми. Среднюю часть провязываем узор без изменений. И точно так же здесь сделаю узором резинкой прибавленные петли. Сейчас эту среднюю часть провяжу. Так, среднюю провязала. Теперь здесь у меня идет 3 добавочных петли, провязала их лицевыми, 2 изнаночных полоса. Так, далее вот осталось 3 петли добавочных, я их провязываю узором резинкой. Так, вот она, только ее добавила, сразу ее провязываю лицевой, набросила и точно так же 2 провязала и перебросила все. Далее опять у нас идет косичка вот лицевая, опять провязала накид, все. Далее резинку продолжаем вязать по узору до конца ряда. Так, пришла на лицевую сторону, опять провязываем. Теперь у меня уже сколько получается: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 петли. Так, это что, 2 лицевых, 1 изнаночная, 24. И последнюю сделаю добавку, будет 25 петель у меня без кромочной. 25 петель. Все. В следующем ряду я добавки больше с этой стороны делать не буду. Мне достаточно. Даже свободно можно было и на 23 остановиться. Далее буду вязать и делать добавки только по мыску. Провязываю 2 лицевых, добавляем 1 петельку. Далее все петли провязываем по узору. Буду расширять только мысок. Расширю мысок, пока у меня здесь не будет по ширине 23 петли. К вам вернусь и будем вязать дальше. Значит, здесь я сделала последнюю добавку. В следующем ряду расширяю только мысок. Добавки делаю по мыску. Вот после 2 лицевых петель. Так, провязываем это все лицевыми. Далее у нас идет узор. Что он там у нас по узору? Провязываем по схеме по узору. Это у нас получается какой? 14 ряд. Провязываю 1 белым, 1 желтым, 2 белым, 1 желтым, 2 белым. И опять 1 желтым. Последняя белым провязали. 9 петель узора провязала. Далее 1, 2, 3 прибавки. Одну еще добавили. Добавки только в лицевом ряду.
Говорила, не говорила, мы только в лицевых рядах делаем. Далее у нас две лицевых петли, они у нас, эта полоса идет с самого начала. Я, может быть, по два раза одно и то же повторяю, но знаю, что видео прокручивает, чтобы было понятно. Так, все. И здесь последняя прибавка с боковой стороны. Это, опять же, при необходимости. Опять же, можно примерить. Так, что у нас здесь? 2 лицевых изнаночная, 2 лицевых. Прибавку сделали. 2 лицевых. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. Вяжем так до конца ряда. По изнаночной стороне провязываем так, как вязали в предыдущих рядах. В следующем ряду, как я уже сказала, сейчас вернемся, переверну это все, вернемся и будем делать прибавки только вот по мыску. После 2 лицевых петель, вот 2 лицевые провязали, сделали прибавку, расширили, провязали середину мыска, дошли до 2 лицевых, опять сделали прибавку, расширим вот эту вот часть, 23 петли. Если размер большой, широкая нога, можно до 25 расширить. Вот. Значит так, вяжем, расширяем сейчас мысок, я к вам вернусь и будем уже вязать длину, потом перейдем. Так, что я сделала? Значит, расширила я среднюю часть, вот мысок, до 23 петель. Вот такая вот деталь у меня получилась. Боковые стороны, как я уже говорила, я остановилась на 25 петлях. Далее расширяла только середину. Если маленький размер, можно было раньше остановиться. Если размер большой, можно еще пару петелек добавить. Так, теперь я пришла в начало ряда. Это у меня сколько здесь получилось? 17 зубчиков. Значит, подождите, что у меня здесь? Вот, да, 17 зубчиков у меня сейчас будет разъем по боковым частям, и я буду продолжать частям, я буду продолжать вязать мысок до убавок на пальчике. Вот. Провяжем и потом будем убавлять. Значит, до мизинца будем вязать мысок сейчас. Так, что сейчас сделаем? Здесь уже в схему можно не смотреть. Вот, провязали первый ромбик, а дальше все идет повтор. Смотрим на низ и точно так же провязываем, вот как нижнюю часть вязали, и все. Схема здесь нужна только вот на первые 10 рядов, грубо говоря. Так, теперь вот это вот вязание можно взять на спицы, разъединить все на 3 спицы. Я нить здесь оставляю, я ее обрезать не буду. Из мотка, вот из серединки, я достану второй кончик и подвяжу ее к мыску, к средней части. Так, сейчас я перенесу вот эти вот боковые петли на другую спицу. Оставлю только петли мыска, 23 петли оставлю. И на них буду продолжать вязать мысок вплоть до нужную длину. В общем, так, сколько у меня сейчас, я посмотрю, сколько у меня там по зубчикам, если посчитать. Но я когда довяжу его до конца, я замерю его в сантиметрах. Так, разъединила. Теперь беру вот эти вот средние, сейчас я провяжу 23 петли и буду вязать только лицевые и изнаночные. Так, сколько? Так, беру вторую нитку и вяжу средних 23 петли. Боковые петельки я вяжу, я все вяжу лицевыми. Все было точно вязка, да. Я уже что-то заговорилась сегодня. С обеда начала вот его вязать. Сколько времени? 6 часов я связала только вот такую часть. Так, первую провязала. Далее провязываем. Здесь уже никаких убавок, добавок нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у нас идет 9 петель узора. По 7 по бокам. 14 и 9 петель узора. Всего у тебя будет 23. Провязываем среднюю часть по схеме. Так, что у нас там по схеме идет? Одна белая. Так, еще одна белая. Так, это я тут один провязала. Раз, два, три, четыре желтых. Провязываем 9 петель по схеме. Довязываем до конца, потому что кто-то остановился позже, кто-то остановился, может быть, раньше. У всех, может быть, высота все равно вы захотели разную.
Так, 9 петель провязали по схеме среднюю часть. Теперь оставшиеся петли провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Хотя, в принципе, можно было раньше закончить. Вот эти вот 2 петли тоже сюда забрать на мысок. Поэтому здесь фантазировать можно и так сделать, и так сделать. Я вот так вот провязала. Так, теперь, ладно, я этой же спицей провяжу. Все, далее иду вязать на этих 23 петлях. Провяжу, сколько я всего провяжу. 17 зубчиков, кажется, у меня всего будет. Потом начну делать сокращение. В общем, сейчас свяжем до мыска, довяжу до конца, замерю в сантиметрах, пересчитаю полностью, сколько у меня рядов по зубчикам было. Все, далее вяжем все по узору. Провяжу сейчас длину свою, к вам вернусь, начнем делать убавки и заканчивать весь следок. Так, средняя часть провязали по узору. Эти болтаются, эти пусть так и остаются в боковой части, мы только вяжем среднюю часть. А потом, когда закончим мысок, уже начнем вот с этой ниточки, которую мы оставили, начнем обвязывать полностью мыс. Вот так вот забегу вперед. Скажу. Так, ну вроде бы с этим, думаю, как-то смогла объяснить. Значит, что мы сейчас делаем? Вяжем длину мыска. Так, вот эта вот часть. Провязываем ее. Я к вам вернусь. Будем вязать дальше. Так, что я сделала? Провязала длину до середины мизинца. В сантиметрах это у меня 9 сантиметров. Сейчас я буду делать убавки с каждой стороны. Вот такая вот деталь у меня получилась. Значит, вот у меня по схеме. В каждом лицевом ряду, в начале и в конце ряда, я буду убавлять по одной петле. Последний ряд убавлю до 13. 9, 10, 11, 12, 13. Убавлю до 13. Последний ряд провяжу основным цветом по изнанке. Закончу нить, закрывать не буду. Нить обрежу, закрывать не буду. Значит, сейчас что мы делаем? Убавляем петли. Так, первые петельки провязываем. Мы все вяжем лицевыми. Первую снимаю. Две вместе провязываю. Провязали. Далее продолжаем все вязать лицевыми, не довязывая 3 петель. Остановимся. Дошли до середины. Провязываем узор по схеме. Так, провязали среднюю часть по схеме. Идем дальше, вяжем. Слетела. Так, здесь я ниточку перебрасываю. Осталось 3 петли. 2 петельки провязываю вместе. Так, вот снизу провязала. И кромочная у меня изнаночная. Перешли на изнаночную сторону. Здесь все вяжем без изменений. Все вяжем лицевыми. Узор провязываем по рисунку. Точно так же, как мы вязали до этого. Перейдем на лицевую сторону. И опять в начале и в конце ряда будем делать по одной убавке. Убавим так мысок до 13. Если ножка маленькая, можно убавить до 11 петель. Ну или до 9, смотря вот. Если узкий мыс у вас, то можно 9 петель оставить. Так, вяжем мысок, убавляем петли. Так, закончила я вязать мысок. По изнанке закончила лицевыми петлями, основным цветом. Просто обрезала нить, оставила на спице. Можно, конечно, закрыть, потом набрать петли, но я в этот раз вот так решила сделать. Теперь возвращаемся вот в начало, на боковую сторону. Здесь у меня нить оставалась, я ее не обрезала. Все вот эти вот петли боковой стороны, у меня было 25 петель, все провяжу лицевыми
и потом по всему мыску наберу петли и точно так же провяжу лицевыми петлями в вторую сторону. Значит, сейчас провязываем. Первую снимаю, все провязываю лицевыми. Я обвязку делаю спицами номер 3. Почему? Потому что вот эту вот платочную вязку я вяжу очень плотно, и она у меня стягивает. Если кто вяжет свободно, также можете продолжать 2,5, но я именно на вот эту вот обвязку беру спицы номер 3, чтобы оно более свободно ложилось, чтобы не затягивало. А подошву опять буду вязать на спицах номер 2,5. Так, значит, провязываю петли. Эти две лицевых тоже провязываю лицевыми. Теперь вот здесь с серединки надо вытащить одну петельку, чтобы не было дырки. В следующем ряду мы их провяжем 2 вместе. Промежуточную одну вытащила. Теперь по 2 дужками я буду вытаскивать, набирать петельку одну. Вытаскиваю ниточку, набираю петельку. Так, где это здесь? Вот. По 2 дужками захватила нить. Набрала. Длина мыска у вас может быть разная, смотря какой размер, смотря какая длина ноги. Поэтому вот под каждой петелькой сколько у вас получится, там 17, 20, 22. Набираем петли. Петли, которые на спице, мы их сейчас провяжем лицевыми. Ой! Так, набрала петли, дошла до середины, провязываю все лицевыми. Провязала. Точно так же теперь набираю вторую сторону. Вела крючок по 2 дужки. Вытащили, набрали. Так, наберем все петли, провяжем петли, которые вот у нас в боковой части, лицевыми, и пойдем вязать изнаночную сторону. Набрала петли. Провязываю вторую половинку лицевыми, все довязываю. Так, кромочная, изнаночная, все. Ну, а дальше уже все будет легко. Как бы его так развернуть. Вот такая вот штука получилась. Значит, теперь переходим на изнаночную сторону. И все петли вяжем лицевыми. Провязываем нужную нам опять высоту. По лицевой и по изнаночной платочной вязкой все провязываю лицевыми. Смотрите, что у меня получится. Вот такой бортик у меня получится. Где он здесь? Сейчас я его замерю в сантиметрах. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 зубчиков я провязала. 3 сантиметра у меня. Вы опять же ориентируйтесь по своему размеру. На один ряд больше, на один ряд меньше можно провязать. Значит, сейчас я провяжу 6 зубчиков, на последнем ряду к вам вернусь и буду вязать дальше, потому что последний ряд я буду поднимать петли с боковой стороны. Смотрите, я сейчас провяжу, вернусь, подниму вот эти вот петли, провяжу последний ряд, потому что я буду сзади делать вот такую вот как детальку. Это даже не пятка, вот сразу не закрыла, а с пятки вот перешла. Вот так вот сделала, не знаю, как это сказать. Если размер маленький, то вам боковую часть можно не поднимать петли, а просто здесь сошьем тогда. Но обо всем по порядку. Значит, сейчас что мы делаем? Провязываем высоту в районе 3 сантиметров. Все вяжем лицевыми. Сделала я обвязку. Сейчас у меня последний ряд.
дошла я до конца и по боковой стороне наберу петли, чтобы потом было мне проще вывязывать вот эту вот заднюю деталь. Но опять же, это не обязательно, если размер маленький, просто пятку сойти на нет, ой, подошву сойти на нет, и здесь можно сделать шов. Опять же, точно так же под двумя дужками вытягиваю петельку, набираю петли, вытащили ниточку, набрали. И обратно сейчас я вернусь, все лицевыми петлями провяжу. Набираем петли. Так, набрала петли, разворачиваюсь. Первую снимаю, все провязываю лицевыми. И весь ряд до конца опять провяжу лицевыми. И наберу на второй стороне. И вернусь по лицевой стороне, там изнаночными вернусь. А потом перейдем к подошве. Значит, сейчас все провязываем лицевыми. Сразу можно петли подошвы отделить, маркер поставить, чтобы потом легче было ориентироваться, не пересчитывать их заново. Так, вяжем. Так, довязала до угла. Теперь буду набирать петли на этой стороне. Точно так же. Только обратно буду уже провязывать по лицевой стороне изнаночными петлями. Провяжу. Набрала петли, теперь вторую спицу вот с этой стороны, которая осталась, провязываю. Первую сниму, провязываем все изнаночными. Получилось, что у меня здесь изнаночная проходит и здесь изнаночная. Так, последнюю петлю провязала, я нить здесь обрежу. Теперь этой же спицей перенесу петли, вот мысок сейчас начнем вязать, подошву, то есть средние 13 петель я возьму на подошву. Если размер маленький, можете взять 11 петель. Вот эти вот петли я сейчас перенесу на вот эту вот спицу и начну вязать средние 13 петель, начну вязать подошву. Перевели. Просто снимаю их, перенесу. Можно, конечно, эти петли провязать, но мне нравится, когда обе стороны одинаковые. Так, пересняла я все петли, подвязала нить к середине, средней 13 петель. Я вяжу подушку теперь. Так, подошву все буду вязать по точной вязкой, без изменений. Вот начала 13 петель и соединяю по краям. По лицевой стороне последние 2 петельки буду соединять изнаночной петлей. По изнаночной стороне последние 2 петельки буду провязывать вместе лицевой петлей. Не довязывая 3 рядов с каждой стороны, я начну делать убавки. Убавлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, до 7 петель. И на 7 петлях вот закончу задних вот так вот. Значит, что мы теперь делаем? Так, первая провязала. Провязываем все лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 2 вместе провязали, развернулись, опять вяжем все лицевыми, последнюю петельку соединяем с петелькой с боковой спицы. По изнаночной стороне буду провязывать лицевую, соединять все, вяжу лицевыми. Все, сейчас провяжем подошву. Немножко не довязав, я к вам вернусь и закончим
задник этот, убавки там сделаю. Но опять же, если если будете сшивать задник, тогда вам нужно будет пятку сойти на нет, не 3 петли оставите, а если, допустим, у вас было 13 петель, как у меня по подошве, значит, по сколько тогда по бокам оставить? По 6 петель оставить, и как раз сойти на нет, по одна петля должна будет остаться посередине, там 3 вместе будет, можно будет закрыть. Это если будет шов на заднике. Так, дошла до последней петельки, последняя, и петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевую. Все, закрыли их, соединили, вяжем дальше, опять первую снимаем, все провязываем лицевыми. Ну, здесь одно и то же, уже что показывать. Довяжем подошву. Вяжу платочной вязкой, потому что весь башмак этот платочной вязкой шел, поэтому более подходит такой вязкая подошва. А так можно было ее и укрепленными петлями этими связать. Так, и последняя петелька, лицевая сторона. Провязываем 2 вместе. Изнаночная по лицевой стороне, да, соединили. Все, вяжем, соединяем. Вот так вот это все должно быть у нас. Так, встретимся в конце подошвы. Провязала я подошву, не довязав вот 3 петелек. Я сейчас буду делать убавки в начале и в конце ряда. По одной петельке буду убавлять. Вот такая подошва. Так, начало ряда. Первую снимаю. Все точно так же, как вязала всю подошву. Первую снимаю. В начале ряда первая и вторая провязываю вместе. Далее опять вяжу все лицевыми, не довязывая 3 петель, сделаю еще одну убавку. По изнаночной стороне буду вязать без изменений. Убавлю до 7 петель, как я уже говорила. Так, 3 петли здесь осталось, 2 петельки провязываю вместе. И последняя кромочная провязываю изнаночной. Все, перешла на изнаночную сторону, провязываю все петли опять лицевыми и делаю убавки. Убавлю до 7 петель. Так, убавила петли, и дальше боковые петли продолжаю также соединять, как я вязала всю подошву, по 2 до самого конца. Боковые петли по 2 вместе провязываю, соединяю. Здесь этот хвостик у меня остался, я его потом подтяну и закреплю. Все, значит, что сейчас делаем? Заканчиваем петли пятки, вот эта вот боковая сторона. Довяжем до конца, закроем петли, потом сделаем обвязку. Последняя петелька. И вот теперь у нас петелька с боковой спицы. Так, изнаночная закрою. Единственное, следим, я буду тоже также вязать все лицевыми, следим, чтобы вот эти вот боковые полосы, рантов вот этот вот, чтобы это у нас все совпало, чтобы не было одна полоса выше, другая ниже. Ну, бывает, так тоже бывает. Значит, довязываем, соединяем все петли до конца. Я к вам вернусь и обвяжем верх. Все сняли. Все провязываем лицевыми. По изнаночной лицевой петлю соединила. Закончили вязать задник, закрываю петли, по 2 петельки вместе провязываю. Закрываем.
что здесь осталось 2 петли, я их провяжу все вместе. Так, вот что у меня осталось со 100 грамм. Теперь, что я сделаю дальше? Крючок у меня номер 5, 1,50 миллиметров. Весь верх, один ряд обвяжу столбиками без накидов. Потом обвяжу белым цветом. Я крючком небольшой специалист, поэтому самое простое, что знала, обвязала. Так. Так, вяжу крючок, не растягивая верх сильно. Пройдемся один раз, а потом на белый цвет перейду. Такая косичка получится. Так, обвязала я весь верх один раз столбиками без накидов. Теперь обрезаю нить здесь. Заплету ее потом вязание. Теперь белым цветом. Что я сделаю? Вот такие вот зубчики сейчас провяжу. Можно любым узором, но я вот такими вот зубчиками решила провязать. Так, что сделать? Вот так вот. Сейчас сначала здесь начну. Так, затянула. Подушку вела крючок. Одну петельку воздушную сделала, вторую. Теперь ввожу крючок по 2 петельки, захватываю ниточку, опять захватываю, соединила через одну петлю. Вытащила петельку, опять захватила, соединила. Теперь опять 1, 2, 2 воздушных петли. Ввела крючок, захватила, опять ниточку захватила, протянула, соединила. Так, через одну петлю. Один, два. Так, я молча провяжу несколько штук, чтобы было понятно, а то я сама собьюсь. Так, теперь через одну петельку. Один, два. Вытащила ниточку. Соединила. Один, два. Опять крючок под петлю, вытащила нить, захватила. Вот так вот. Опять одна, вторая петелька. Можно и 3 петельки делать, если хотите, чтобы вот эти вот узелки были повыше. Еще забыла сказать. Я когда провязывала столбиками без накида, несколько петелек сократила.
У меня всего посчитала вот по вот этим вот дужкам 60 петель по верху осталось, получилось. 1, 2. Ну, еще раз крючок ввела, вытащила петельку, соединила, 1, 2, опять ввожу крючок под дужку, захватываю ниточку, опять захватываю, соединила, через одну петельку подвязываем, вытащили ниточку, еще одну захватили, соединили. Раз воздушная, 2 петля, крючок под дужку, вытащила ниточку, захватила, протянула через 2, соединяем. Все, на этом сегодня все. Обвяжем так весь верх, чтобы он у нас был более плотный и укрепленный. И на этом будет все. Я буду заканчивать. Встретимся. Скоро встретимся. Вернусь с новыми работами к вам. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. Пока-пока. До новых встреч.